Послание для вас, что вам нужно услышать? Все там будем, но не спеши туда. Живи. Не спеши туда. Почему такое вам послание? Живи, говорят, живи. Кто-то из вас уже устал жить, надоело жить, устал от этой жизни. Заглядываете вы, смотрите, как в прошлое. Есть у вас сожаление об потерянном. Вот у вас чувство сожаления, что вы сделали ошибку, что вы что-то потеряли, возможности какие-то утеряны, время потеряли. Что-то, какую-то вы совершили ошибку, вот вы считаете, что вы сделали ошибку в прошлом, и уже этого никак не вернешь, уже не изменишь. И вы из-за этого что-то много потеряли. Или время, или возможности. Угу. Как игнорировали что-то. Долгое время игнорировали или терпели. Закрывали на все глаза. Такая информация. Совершила ошибку, уже не вернешь. То есть вот у вас мысль, если бы вернуть время, вернуть назад, вы бы все сделали по-другому. А сейчас уже все, ничего уже не сделаешь. Так, что еще? Сердитесь вы на одного человека. Вот этот человек, он не относился к вам, как вы того достойны. Или вы так считаете, да, что вот, по вашему мнению, он должен был к вам как-то уважительно относиться. А он этого не делал. То есть он недостойно к вам относился, не воспринимал вас всерьез, не оценивал вас по достоинству, вы на него сердитесь. Ждете от него извинений, хотите, чтобы он извинился перед вами. Он не изменится и он не извинится. Это не тот человек. А он тоже на вас сердится. Вы знаете, у вас это обоюдные. У вас эти чувства обоюдные. Он тоже на вас злится. Почему ты злишься? Я не буду говорить, что там у него любовь, чувства проснулись. По крайней мере, не сейчас, не сегодня. Not now, not today. И даже если бы вам в душе хотелось бы услышать, что где-то там в глубине души у него проснулись чувства, любовь, уважение. Нет. Будем честными. Вы и вместе, когда вы вместе были, у него не было к вам никаких чувств, ни уважения. Он вас не приветствовал и не здравствовал. То, соответственно, а если когда вы на расстоянии, то тем более. Эта вот привязанность уходит. Ты уже человека начинаешь забывать. О какой там любви, о каких чувствах может быть идти речь. Он вас-то не уважал. Бог с ней с этой любовью. Он вас даже не уважал. Он даже неуважительно к вам относился, да? Он даже не удосуживался. Ладно, ну не любишь ты этого человека, всякое бывает, ну вот живете вместе, да. Но ты хотя бы, вот есть люди, которые хотя бы уважительно к своей жене относятся. А он даже не трудился, не старался показать хотя бы свое уважение, хотя бы с уважением к вам относиться. Он даже этого не делал, какая там любовь. А уж тем более, когда вы пожили порознь, Все это забывается, привязанности забывается, когда вы жили вместе. То есть тут у него никаких ни чувств, ни любви нету. Он на вас злится. Единственное, что причина какая? Что вы за ним не бегали. Вот так вот. Что вы его не просили, не упрашивали. Вот так вот. За штанину у него не держались, когда он уходил. За коленку вот так вот у него, на ноге у него не висли, когда он уходил. Не умоляли, не плакали, не просили. Вот как будто бы он из-за этого на вас злится. А он на это рассчитывал. Он рассчитывал на это. А вы этого не сделали. Вот как будто бы, вот знаете, ну это такое, да. Он себе там что-то придумал, да? И сам придумал, и сам же на вас и обижается. То есть он ожидал, что вы будете за ним побежать, а вы не оправдали его ожиданий, и он на вас злится. Ну, вот такое вот, да.
То есть ему хотелось бы, чтобы вы перед ним поунижались, поупрашивали. А этого не произошло. Задели его больное эго, самолюбие его задели. Вот, вот так-то. Так, что еще? Тяжелые отношения были, конечно. Ну, тот мужчина, конечно, он сам бы все сделал, растоптал. То, что у вас там оставались какие-то капли чувств, любви, какого-то уважения, он сделал все, чтобы вот это вот все растоптать, разбить все ваши чувства, какие-либо хорошие. Он сам своими руками сделал. Еще вот как напоследок забрал у вас что-то. Украл у вас. Что-то он у вас украл. Или в прямом смысле тут деньги у вас украл, взял. Или в долг у вас взял, не вернул. Или вы ему помогали с расчетом, что он вам вернет, а он так и не вернул. Может быть, имеется в виду, что время ваше взял. Вам что-то обещал, но не выполнил. Тут, может быть, еще обещание, давал обещание касательно детей. Вот я тебе помогу, а тоже не выполнил. А он и не собирался этого делать. Он это все обещал, чтобы вас держать на крючке. Вот так вот. Поэтому, если вот тут речь идет о бывшем, и если вам ваш бывший обещает, что вот я тебе помогу, помогу с детьми, знайте, что он вас, вам врет. Это с его стороны как попытка вас на крючке удержать. И таким образом вам как будто бы отомстить, отомстить вам, сделать вам больно. То есть, получается, он же вам пообещал, а не делает. И, а вы потом будете ему, он рассчитывает, что вы будете ему звонить или писать. Ну как ты там, ты же обещал, скоро ты там это сделаешь или не скоро. Как бы он хочет, чтобы таким образом хотя бы вот так вот вы перед ним поунижались. А я тебе вот это не... А я этого не сделаю. Ну и что, что мало ли, что я тебе обещал. Ну не получается у меня. То есть у него цель хотя бы вот так вот вас принизить, отомстить вам. Чтобы хотя бы вот таким образом почувствовать важность. Что не можешь без меня свои проблемы порешать, да? А, вот знай свое место. Вот таким образом он хочет. Если, даже если вы перед ним не унижались, то вот как-то через детей будет вам больно делать, будет вас цеплять. То, что он вам там пообещал, он этого не сделает. Так, что, а что еще? Этот мужчина, пошло вот такое, как... И он злится на вас, вам завидует, 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 за что ты завидуешь. Что у вас сейчас все потихоньку получается? Вы выходите из своих вот этих обстоятельств. У вас получается. Вот этому он вам завидует. Он думал, что вы без него вот просто вообще пропадете. По миру пойдете вместе со своими детьми. Это вот с котомочкой и пойдете побираться, по церкви будете стоять. Вот он так ожидал. Ну или, по крайней мере, будете просить его уговаривать, чтобы он вернулся. Будете унижаться. Но этого не произошло, а более того, вы поплакали, пострадали, но вы взяли себя в руки, поскольку тут королева пентаклей. Королева пентаклей всегда выкрутится, выберется из любой ситуации. Королева пентаклей – это не та женщина, которая будет рассчитывать на мужчин, например, как королева жезлов. Она сама своим трудом, своими мозгами, своими руками будет карабкаться вот по этой стене, будет своими руками расчищать себе дорогу. Вот так вот. Он этого не ожидал, что вы потихоньку, ну вы как-то встали на ноги, там, или на работу устроились, или занялись собой, своей жизнью, своими детьми, своим домом. Вот это, он этому вам завидует, злится на вас, что вот как так. Ну вот так вот. Да, у вас есть деньги свои. Что вы сама по себе, что у вас там мужиков никаких нету, говорит. А он думал, что вот как вы по рукам сейчас пойдете. От безнадежности, от уныния, от печали, что вы сейчас пойдете как по рукам. Я не знаю, что это у него такие. Или он вам такое говорил уже, да? Да с тобой никто серьезные отношения не будет иметь.
только будут с тобой, тебя будут мужики только использовать. Такое вам говорил, возможно. Так, что еще у вас? А знаете, вы когда были вместе, он на вас как будто бы рукой махнул. Когда вместе были, или вот когда тоже только-только расстались. Ну, это все вот тогда. Он как будто бы вот так к вам относился пренебрежительно. Я же говорю, там даже не то, что любви не было. Он даже не трудился как-то уважительно к вам относиться. Хотя бы по той причине, что вы мать его детей, да? Но нет, он даже этого, он не скрывал свое неуважительное отношение. Он не скрывал свое какое-то вот презрение к вам. Он не скрывал даже то, что вот он вас ни во что не ставит. Он даже этого не скрывал. Он в открытую к вам показывал вот такое пренебрежительное какое-то уничижительное отношение к вам. И он как будто бы вот на вас рукой махнул, что как будто бы вы пропащая. Да, толку с тебя не будет. Как будто бы на вас, он на вас уже крест когда-то поставил. А тут раз, и все повернулось, все по-другому. Он от этого прифигел. И знаете, он сейчас что говорит у вас за спиной, вот с кем-то, с людьми, тут три человека я вижу. Это его близкие, как будто бы семья. Или самые близкие родня, там, кумовья какие-то. Ну, три человека я вижу. Вот он им даже говорит, ой, где бы она сейчас была без меня? Что вот как будто бы, вот когда вы жили вместе, это все, что у вас было, чего вы там достигли, я не знаю, что у вас там такое было, чего вы достигли, но он все это приписывает себе, что это его заслуга, это все благодаря ему. Как будто бы такое чувство, что он вас взял вот без трусов. Взял вас вот так вот, вы голая босая была, без трусов, вот такое вот. Да ты ж без трусов даже была, когда я тебя взял. Он вам тоже это мог это в лицо говорить. Или, по крайней мере, это обсуждает за спиной у вас. Что это я ж ее без трусов взял. Так кому она нужна была? Если бы не я, никто бы ее и не взял бы. Угу. Такое говорит. А вы знаете, он сам потерял. Что бы он там ни рассказывал, как бы он там и не ерепенился, он потерял. Что он потерял? А ему сейчас очень тяжело. В каком плане? Во-первых, он сейчас в свой же капкан попал. То, что он там вам брал. Он такой по жизни врет. Фигара тут, фигара там. И он сейчас в этот капкан и сам попадет. То ли его женщина, с которой он сейчас живет, она ему тоже врет. Она такая же, как и он. И он смотрит на нее, и он понимает, что она такая же, как и он, что как бы такая вот женщина, далека от морали. Как бы там особо гордиться нечем, с кем он живет. Вот где-то у него такое в душе, да, есть, что он на нее смотрит и как будто бы понимает, что на кого он вас променял, что это не та женщина, которой можно гордиться. Что бы он там о вас не рассказывал, но у него есть голова и глаза, и он видит, смотрит на свою вот эту бабу, и он понимает, что там гордиться нечем, что она такая же, как и он. И нет у нее вот этой какой-то эмпатии, сочувствия, сопереживания. Такая тоже бабенка в свою сторону, в свою корость. Может быть, тоже вот не прочь там налево сходить, налево, направо. Даже может и сама ему предлагать какие-то там секс втроем, например. Да, он-то ей не отказывает. И вроде бы как там и приятно, да, вот такая вседозволенность, вседоступность. Но с другой стороны, если вот сравнивать ее с вами, то она вот по сравнению с вами, она теряет. Она в его глазах теряет очень много. Вот такое вот. А вы такая женщина, более семейная, более такая вот дом, семья, дети. Вот эти вот все истории, там, секс втроем, вчетвером, это не для вас, это не про вас. Вы ему даже могли отказывать.
вы такая женщина, вот что? Хозяюшка, хозяюшка, жена, мать. А вот та, которая, с которой он живет, про нее такое не скажешь. Вот в этом плане он как будто бы потерял. Что нету от нее вот этой преданной. Он понимает, что она, ну, если она даже не прочь у него на глазах вот так вот в его присутствии с другим мужчиной переспать, то о чем тут можно говорить? О какой тут верности и преданности можно говорить? А вы могли ему быть преданной, вот как та собака. Вот в этом плане он понимает, что он в виде вас потерял очень многое. Что еще раз скажут? За вами сила стоит, как бы там ни было. Вы из этого своего состояния выйдете. Все у вас хорошо будет. Все, что происходит, все к лучшему. Даже если вы расстались, развелись, для вас это будет в лучшую сторону. У вас сейчас есть возможность развиваться, заняться собой, определить внимание своей психике, своей душе. Ну, потому что вместе с ним вы тут полностью жертва была. Вы полностью вот рядом с ним, вы на себя забили, и что касается внешности, и что касается вашего психологического состояния. У вас тут все было разбито. И психика была разбита, и на внешность свою махнули, забили. И на здоровье, возможно, забили. И, возможно, вот как профессионал в качестве работы вы не развивались. А это очень частая история, очень-очень распространенная история, когда женщина выходит замуж и думает, что вот как ей повезло, что ее взяли. Женщины же очень гордятся этим. А спустя 5 лет она понимает, в какую жопу она попала, в какую ловушку она попала. И что все, вот, и уже назад дороги нету. И вот это вот сожаление, что ты сделал ошибку, что ты вот этим поступком, да, вышла замуж, а уже и дети родились. Ты себе испортила жизнь. Ну, дети-то дети, то хорошо, как бы дети это хорошо, но могло бы быть все по-другому, да? И уже тяжело расстаться, развестись тяжело. А что люди скажут, а что родители скажут? И вот это вот все так оно и тянется. И женщины и так и живут. 20 лет, 30 лет и живут. Так вот по инерции. И денег нету, куда уйти. То есть вот так вот она и работу закинула. В декрете была, да, потом этот декрет затянулся, и в итоге и денег у нее нету, чтобы уйти арендовать жилье какое-то, да, хотя бы однокомнатную квартиру, и все. А сейчас у вас есть возможность, вот как будто бы хоть немножко отмотать время назад и заняться своей жизнью, начать зарабатывать, хотя бы вот прийти в чувство, очнуться, да, очнуться. Все, что не делается, все к лучшему, вам говорят. Да, вы сейчас будете, вот все, что вы теряли, будет вам деньги, будут вам приходить деньги. Говорят, не плачь, не плачь, все будет хорошо. Опять вот у вас сожаление есть и все. Говорят, ну пойми, для тебя так будет лучше. Да, тебе сейчас тяжело, но это вот первые поры, первое время. Ты потом поймешь, что это самое лучшее, что вот с тобой произошло. Работать сейчас будешь, деньги будешь зарабатывать. Для твоих детей так будет лучше. Так это, в любом случае так лучше. А ну ж как, тоже психика привыкает. В каком бы там говне ни жил, психика наша привыкает. И часто вот как получается, женщины начинают своих тиранов, обидчиков оправдывать. Да ладно, ну что там, не такой он уже и плохой. Все-таки, який козел, он, конечно, козел, но який говно не був, а все-таки свое говно, да, вот как часто и женщины говорят, ну зато свое говно. А у других и такого нету. Начинают оправдывать его и начинают как будто бы вот преподносить так, что пипец, как тебе повезло, да? Психика начинает вот такая уловка психики. Говно, зато свое, уже привык к этому, да? Оно, конечно, подванивает, но зато тепленькое вот это говно, привыкшее. А когда вот приходится это все бросать, вы разводитесь. И страшно, ты не знаешь, что тебя там ожидает, неизвестность. Вы-то ж с ним жили, там все было понятно, предсказуемо.
Да, говно, но зато это все предсказуемо. Ты знаешь, что будет завтра и послезавтра. Ты знаешь, что от него ожидать. А когда вы развелись, все, вот эта неизвестность, оно всегда страшно. Женщина вышла, что ты хочешь сказать? Да, вот сердце твое разбитое. Говорит, сердце твое исцелится. Ты правильно сделала выбор. Все у тебя хорошо, будет карта победителя. Тут тебя будут окружать новые люди, какие-то новые сотрудники. Будут тебя уважать, ценить тебя. То, что ты действительно, отношение, которое ты действительно заслуживаешь. «Не плачь, не бойся, не проси» называется. Вас сейчас выведут. Если кто у вас депрессия, апатия или вот такое состояние болезненное, хронические болезни, вас выведут оттуда. Если у вас сейчас ничего не получается, когда дорога закрыта, это вам тоже для вас так лучше. Отдохни, накопи свою энергию для будущих свершений. Для будущих свершений. Вот шестерка жезлов, карта победителя. Чтобы достичь этой карты победителя, нужно будет что-то, какие-то действия совершать. Вот сейчас тебе нужно накопить энергию, отлежаться, отоспаться. Болезнь – это тоже будет возможность отлежаться, отоспаться, чтобы в будущем достичь вот этой победы. Я на этом заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах.